Давайте просто пойдем дальше, сохранимся еще вдобавок. Неохота сейчас вылететь по какой-либо причине. Так, где моя коняшка? Эй, ковер на ножках, давай иди сюда. Буду на тебе кататься. До умопомрачения. Естественно, до твоего умопомрачения, не до моего. Так, меня еще отсюда и не выпустят, вот будет прикольно. Хотя, можно было просто обойти в таком случае. Но, мне спокойно открывает дверь. Так, я не могу на лошади сражаться, это минус двуручного оружия. Иди сюда, тварь. Охрана, какого черта вы там ковыряетесь в жопе в своей деревне? Меня здесь убивают, а вы даже не повернулись, скоты. Вот их отношение к человеческой жизни. Сами там жалуются на какую-то гнет со стороны враждующих партий правящих. А в итоге что? Самим на все пофигу. Убивайте кого хотите и где хотите. Мы здесь типа ни при чем. Охраннички, блин. Это что такое? Виселица, что ли? Так, кролик-наркоман, отлично. Лучше за ним не бежать, потому что попаду в страну чудес. Еще более долбанутую, чем эта страна чудес. Такс. Пещера воров. Что за пещера? Я не вижу никакую пещеру. Вы о чем? Угу. Здесь интересно, что тоже, наверное, пещера какая-нибудь. Вообще, на... В конце каждой вот этой вот вы поняли, в конце каждой этой маленькой дорожки есть какая-нибудь фигня, я так понимаю. Должна быть, по крайней мере. Иначе смысл этих ответвлений. Пещера воров. Можно сходить туда, что? Почему бы и нет? Каждый раз с лошади слезать, ну что такое? Ты волк? А то фиг поймешь на самом деле. Ну иди сюда ты, ё-моё. А то ты будешь засыхли в моих глазах, а не волком. Так. Муравинт выключается. По вертикальной стенке карабкаться не получится. Отстой. Ладно, давайте повернем направо. Я хочу посмотреть, что там за пещера. Возможно, какое-нибудь квестовое задание. Возможно, нет, что это? Ты кто? Не похож на противника, ну-ка. Здорово. Hail, Master Traveler. Well met. You are far from the village. It's because I followed a thief to this cave, but I will not enter. Why not? Have you not heard? Зассал. Full of vicious skeletons. А, мне им надо отомстить. That is not so dangerous, methinks. Oh. Mayhap, if you were so bold, then you could get that ring back for me. If you can handle skeletons, a simple thief would be easy for you, methinks. Так там скелеты или воры? But I could put in a good word for you with the Brotherhood. My brother is a member. And I can give you this mace to help you fight the skeletons. Tis old, but could help against these monsters. Давай. He works in the kitchen, but not just any kitchen. He prepares food for the Dracor Rhino. Метамфетаминовая кухня. Is he a cook? The best. Tis a family heirloom, passed on to the oldest son for generations. It's not even worth a copper coin. That thief had no idea. Oh, you can keep it. I'm no fighter. It would only rust in my hands anyway. Ну, посмотрим. Я надеюсь, он мне прямо сейчас булаву даст, потому что у меня нет булавы. Дубинка. Что за дубинка? Говно какое-нибудь. Дубинка. Рифленая булава. Какая нафиг дубинка? Где дубинка-то, ё-моё? Неужели это рифленая булава, то, что он мне дал? Ты издеваешься, что... Какого хрена? Как я с этими скелетами буду сражаться? Они же высокоуровневые твари. Вот говно-то, а? Повар. Профессия. Да не хочу я с тобой говорить. Я случайно. Иди в жопу. Ну-кась, накось. Ты скелетов ничем не убьешь, кроме как дробящим. Ну-кась, давайте попробуем их убить моим мечом. Lovely place.
Ну да, миленькая, миленькая. Факел. Факел, да? Факел. Посмотрим, что у нас здесь. Давай, иди сюда. Меня подставили, уроды, а? Ладно, ладно, ладно. Попробуй убить меня, тварь! Погребу! Заживо! Хотя какой заживо? Съем тебя, отдам своей собаке, которую скоро заведу, наверное, в этой игре. Мертвые собаки, потому что я некромант. Я вообще тебя приручу, скотина. Ты будешь у меня на коленях ползать, я же некромант, правильно? Ну давай, 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 подыхай. Не знаю, как к тебе относится эта просьба. Может ли ты это сделать на самом деле? Или в то время, когда я тебе говорю подыхай, ты начинаешь ржать, потому что понимаешь, что ты и так мертвый, поэтому тебе прилетает удар от дубинки в череп. Потому что ты не блокируешь, а ты ржешь. Спинной мозг, скелет. Ну, конечно, как же не взять спинной мозг, скелет, а? Ну как, проходишь мимо. О, спинной мозг, скелет валяется в помойке. Как же не подобрать? То всякие холодильники дурацкие оставляют. Новенькие. Нет, спинной мозг, скелет и веселей. Друзьям по пьяни показывать буду. Они довольно-таки хиленькие. Хотя у меня броня, наверное, не хиленькая, поэтому. Ладно, пойдем в место, которое пострашнее выглядит. Налево, например. Что это? Магнезит. That's interesting. Какой мне там камень нужен для того, чтобы делать телепорты? По-моему, магнезит, да? Здрасте, что у вас здесь многовато как-то. Аман на вас практически не... Магия не действует практически. Офигеть! Давайте вы меня еще сбивать будете, да, конечно. Офигеть! Офигеть! По-моему, я сейчас сдохну. Да какого черта, а? Да что ж такое-то? Хватит меня сбивать. Уроды. Отлично. Только что сохранилось, было автосохранение. Получай. Получай, получай. А, вы все в пачке, в принципе, вас можно так нагнуть нехило. Как раз неплохо. Хотя, что-то по сплэшу оно как-то не очень, это умение. Дурацкую дубинку мне дал, да чтоб тебе. Гребаный брат гребаного повара. По-любому шаверму готовит. Протухшую. А не в царской семье. Фуагру варит. Отвалите, гады. Все, один остался, что ли? Отстал от своих? Получай по морде. Еще один спинной мозг скелета. Ну как же пройти мимо, ну естественно. 10-15 урон дробящим оружием. У меня там что? 18-31. Смысла особого нету, я бы сказал. Иди сюда. А нет, там все, в принципе. Все на месте. Мистер Лучник. Мистер Лучник, я спрашиваю. Давай, 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 давай. Критани его хоть что ли, я не знаю. Подходи ближе. Ближе, еще ближе подходи. Вот так вот, чтоб 2х сразу же. Нормально. Главное не сбивать меня с ног. Это будет большой ошибкой для вас, гады. Иначе я точно разозлюсь. Давай. Критани, критани собаку. Критани его, молодчик. Ща по одному так всех разберем. Ну, подвое. Подвое не так страшно, в принципе. Можно еще выжить. Неплохой лук. Колчан. А, кстати, от... А, колющим. А, у них разный эффект, оказывается, стрел, поэтому можно и носить с собой, и нужно даже носить с собой разные стрелы, независимо от урона. Это если вы, конечно, рейнджер. Лучник, я имею в виду. Стрелок. Как хотите называть.
Но я к ним не отношусь, поэтому смысла таскать мне стрелы разные нету. Я их все равно использовать не буду. Потому что толку от них вообще никакого. Так, ищущие кости. Урон дробящим 20-32. Ладно, нормально. У меня нормально, я свое не буду менять пока что. Тебя, браток, не обыскивали еще? 57, в принципе, неплохо. Урон рубящим, не то. Зажали мне, конечно, нормальную дубинку-то. Так, их здесь двое. Оба лучники, что ли? А, нет, трое. Главное, не дать этому сбежать. Уроду. Да давай уже, ну! Давай уже быстрее, ну! Зараза. Когда ты сдохнешь-то, наконец? Сейчас как кританет мне, так я и отлечу. Я так и знал, ну мать твою. Конечно. С бочины. Слава богу, здесь респаун. I'm alive. Alive. He's alive. Где там у него характеристики? Может, что-нибудь можно? Где моя некромантия? Берсерк. Не то. Некромантия. Где стальная кожа, которую я выучил? Грязный трюк. Алхимия. Я же учил стальную кожу, какого черта? А вот каменная кожа, защита плюс 10% и ловкость, само собой. Я уж испугался, думал, ни за что ты еще золото отдал. Может, какой-нибудь баг или что-нибудь еще. Надо было сразу активировать. И не париться. Упс. Видит бог, я не хотел. Или наоборот, видит, что я хотел. А я сам не вижу, что я не хотел. Точнее, я хотел. Не хотел. Хотел. Твою налево, а? Давайте просто убьем этих скелетов, иначе я сейчас сбренчу. Еще один магнезит. Вы что, там все долбанулись, что ли, магнезитом в таких количествах раскидываться? Еще один спинной мозг скелета, конечно. Сюда подошел. Сюда подошел. Че застрял-то? Че застрял-то? Че застрял-то? Ну, почему ты застрял, парень? Ладно, ладно, придется убрать тебя классическим способом. Я больше лучников боюсь, они в спину очень дикий урон причиняют. Во, во, видите? Если я к ним лицом стою, то нормально еще, блин, мне. Но если, блин, спиной, то это жесть. Спокойно. Опять-таки меня чуть не убили. Причем вплотную. Они даже не бегают от меня, уроды. Что там у нас? Бонус к защите от электричества 38. Я думаю, он стоит некоторых денег, но брать его не буду. Так, 36-67, что у нас здесь? Сила 104, опять-таки брать я его не хотя. Хотя, ну, вес 3. Не такой уж и маленький, я бы сказал. Так, а здесь что? У меня такого щита нет? Да, я второй щит свой продал. А вот это тема. Покрытый платиной шлем. Интересно, что он защищает практически так же, как и проклепанный кожаный шлем. Вот это поворот. Так, у них здесь по-любому что-нибудь открывающееся есть. Да. Зараза. О, отлично, компенсировал. Две отмычки сразу же. В сундуке.